Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас на своем канале. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. А сегодня у меня в обзоре вот такая расческа. Это неподготовленный такой, скажем, обзор. Буду там запинаться. Там, извините за неподготовленный обзор. Ну, хочу просто сразу поделиться информацией о новой расческе компании eSpark Professional. Что это за расческа? Вот, собственно, из первых уст нашего японского технолога вот делюсь с вами то, что он мне наговорил, и, собственно, делюсь с вами. Значит, смотрите, эта расческа 150. Давайте мы ее откроем. Вот так. Вот. Для чего эта расческа нужна? Очень много, я так понимаю, просили японцев сделать хвостик для начесывания. Ну, делать начес, там, тупировку, как многие говорят. Вот. И японцы, собственно, услышали и решили сделать вот такую расческу. Значит, при этом я еще точно не узнавал, но, значит, эта расческа, значит, смотрите, состоит из двух таких вот, скажем, щетинок, ну не щетинок, а вот таких зубчиков, вот, и внутри есть щетина. И вот я что не узнавал, так то, что вот что там внутри за такая вот щетинка, вот, ну вот судя по моим таким, знаете, тактичным вот ощущениям, мне кажется, они сюда засунули карбон, вот. А почему карбон, по моему мнению? Ну, потому что, наверное, все-таки карбон, он такой более прочный, и мне кажется, при начесе он будет реально себя хорошо вести, и он не поломается. Почему вот многие парикмахеры любят делать начесы карбоновыми расческами? Ну, потому что они не ломаются, он дубовый такой материал, и он не ломается. Вот, значит, вот поэтому мои догадки относительно того, что здесь, скорее всего, все-таки, ну, присутствует карбон. Вот, значит, расческа представлена в четырех цветах. Это белый, черный, розовый и красный. Вот, мне вот быстренько выдали, как вы видите, розовую, чтобы сделать такой маленький о ней рассказ. Собственно, с вами делюсь быстро, из первых, как говорится, знаете, уст. То есть, что мне рассказали вкратце, то я и рассказываю. Вот, значит, к сожалению, эта расческа не выдерживает температуру 220 градусов. Вот, сколько она точно выдерживает, я узнаю, то есть не спрашивал. И, кстати, это также подтверждает мою мысль о том, что вот здесь все-таки карбон. Потому что, видите, она не выдерживает температуру плавления 220 градусов. Следовательно, я делаю вывод, что там все-таки материал карбоновый. Поэтому японцы, собственно, и сделали, засунули сюда карбон, и при этом он, собственно, и не выдерживает температуру. Вот, значит, в принципе, все. В плане, гнется ли она или нет, коллеги, не гнется. То есть, собственно, это дает, опять же, говорит нам о том, что, собственно, там, скорее всего, карбоновая вот эта вставка из щетины, вот это из этих щетинок, вон там скорее всего карбоновая такая основа. Вот, и достаточно такая острая. И я думаю, что начесывать ей будет одно удовольствие. Я хоть и не причесочник, но я все-таки попробую ей что-нибудь подначесать. Вот. Если же у вас будут какие-то вопросы, вы мне пишите комментарий. Вот. Я буду также узнавать наших технологов из Японии, что, как, и если же я что-то не узнаю к тому времени. Спасибо, что вы со мной. Спасибо за то, что вы подписываетесь. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Если вам понравилась эта расческа, также ставьте лайк. Если вам не понравилась данная расческа, ставьте дизлайк. Всем спасибо, всем точных стрижек. Всем пока.